говорил с людьми на днях перед примарией, пришли люди, которые протестовали по поводу того, что их лишили права работать по патентам. Я вышел к людям честно и открыто им объяснил, что вы явно не по адресу пришли, но я, несмотря на это, буду с вами, буду вас поддерживать, но я хочу видеть ваши требования. К сожалению, до сих пор я этих требований не увидел. Сегодня я посетил центральный рынок и говорил с людьми, которые торгуют там. Мы договорились еще раз, чтобы мы действовали совместно и действовали правильно. И таким образом можно будет решить эти проблемы, которые, к сожалению, были, ну скажем так, не были решены центральной властью. Да. Ну, проблема патентов, она очень давняя. Очень давняя, согласен. Это не говорит о том, что ее нужно было. Что ее нужно было решать таким образом. То есть то, что есть сегодня, это не есть решение. Я уверен, что с людьми не говорилось на достаточном уровне. И уверен в том, что есть возможность эту проблему решить. На самом деле решить так, чтобы было удобно всем. Я бы очень не хотел, чтобы эта проблема была кем-либо политизировано, как это пытаются кое-кто сделать, в том числе люди, которые якобы пытались быть предводителями этого протеста.